Давай, есть! Есть, есть, есть! Первые медали в копилку сборной России сегодня принесли горнолыжники. В комбинации удалось взять сразу две награды. Серебро у Антона Инджиевского, он студент нашего Сибирского федерального университета. Бронза у Никиты Алехина, а победил швейцарец Яник Шаблос. У него уже вторая медаль универсиады. Ранее он стал третьим в супергиганте. На кластере «Сопка» сноубордисты разыграли медали в параллельном гигантском слаломе. И здесь российские спортсмены остановились в шаге от золота. Знаменосец сборной Дмитрий Логинов и вовсе остался без медали. У мужчин свой класс показали поляки. Первое место у Михаила Новачика, второе у Оскара Квитковски. Дмитрий Сарсымбаев завоевал бронзовую медаль. Лучшей среди девушек стала представительница Южной Кореи Чон Хэ Рим. Наша Милена Быкова с серебром. Еще одна россиянка Наталья Соболева в итоге стала третьей. А сразу два золота сегодня в спортивном ориентировании. В гонке преследования среди мужчин первый стал хабаровчанин Сергей Горланов. У женщин в аналогичной дисциплине лучшая Марина Вяткина. Рада на все 300% тысячу, не знаю. Очень счастлива. Была, да, небольшая ошибка, но главное вовремя среагировала и все получилось. Я пытаюсь выложиться на все 100%, потому что знаю, что родные за меня болеют, держат кулаки, кричат, болеют. И я стараюсь сделать все, что от меня требуется. Порадуюсь, когда медаль дадут. Наша женская сборная по хоккею с мячом сегодня играючи разделалась с американками 11-1. Причем в первом тайме россиянки безраздельно владели преимуществом и отправили в ворота США 6 безответных мячей. Во втором тайме наши девчонки чуть расслабились, и соперницы тут же этим воспользовались. Забили с пенальти. Радовались американки, будто выиграли универсиаду. Россия все-таки одна из главных претендентов на победу, и забросить русским престижно. Наши девушки одержали уже третью победу на турнире и вышли в полуфинал. Там соперником россиянок снова станут американки. В итоге сборная России подтвердила свое лидерство в общем медальном зачете. У нас 39 наград, 11 золотых, 15 серебряных и 13 бронзовых. Ближайшие преследователи – корейцы – далеко.